Друзья, приветствую всех на своем канале Есть Поесть, и сегодня пеку толстые банановые блинчики. Они получаются такими ароматными, вкусными и пухленькими, напоминают сразу и оладьи, и блины, и панкейки. Готовятся очень просто и быстро. Отличная идея к завтраку. Смотрите список ингредиентов под описанием к видео. К яйцу добавляю сахар, соль и ванильный сахар. Размешаю. Хорошо зрелый банан я тру на крупной терке, можно просто помять вилкой, и добавляю в миску. Размешиваю, выливаю кефир или простоквашу и еще раз размешиваю. Подсыпаю муку, пол чайной ложки без горки соды и хорошенько размешиваю. В завершении доливаю рафинированное подсолнечное масло и еще раз хорошо размешаю. На разогретую сковороду с антипригарным покрытием без масла я выливаю тесто. Делайте блины желаемого размера. Поджариваю с одной стороны и, когда уже вижу, что тесто подсохло, переворачиваю и довожу до готовности с другой стороны. Таким образом использую все тесто. Посмотрите, из небольшого количества продуктов получается целая гора блинчиков. Подавать их можно с чем угодно, с каким-нибудь сиропом, вареньем, сгущенным молоком, но я предпочитаю просто со сметаной, добавив фрукты и замороженные ягоды. Ну вот, посмотрите, какие они мягкие, пористые и воздушные внутри. И, кстати, в тесто можно добавить порошок какао, и получатся великолепные бананово-шоколадные блинчики. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале также и другие рецепты всевозможных блинов. Подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых видео. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.